Люди Литвы. Выстава под такой назвой открылась у картинной галереи Гаурила Ващенки. На ее представлены работы знакомитого литовского фотографа Антанаса Суткуса. Проект реализован при поддержке посольства Литовской Республики у Республики Беларусь. Антанас Суткус – лауреат Национальной премии культуры и мастацтва, кавалер ордена мастацтва и литературы. И он один из наиболее выдатных представников гуманистичной фотографии у Европе и свете, який у свой час заклал основы литовской фотографичной школы. Его здымки экспонуются у престижных галереях по всем свете. У Гомеле под работы автора отведены три выставочные залы галереи. Представленные здымки створались у 60-80-х годах минулого стагодия и объединены у фотографичный цикл «Люди Литвы». На их вязковцы и граджане, мастаки, политики, дети и пожилые – люди, которые пережили жахи войны. Фотографу важно проникнуть у характер человека, раскрыть глубину души. Автору властивая здольность легко знаходить эмоциональную связь с людьми, яких он фотографуя. Достоинство каждого фотографа, особенно того, который фотографирует людей, есть возможность и умение подойти к человеку. То есть через разговор, через взгляд, через простое общение. Вот Антанасу Суткусу это всегда очень хорошо удалось, потому что, если вы посмотрите на портреты этих людей, ну, они очень расслабленные. Как будто их фотографирует или какой-то очень хороший знакомый просто человек, или какой-то просто приятный фотограф. Поэтому я думаю, что это есть вот его почерк вот этого фотографа.